Добрый вечер, друзья. Ваган, производственная компания «Москит». Разрабатываем, производим оборудование для копчения и вялки с 2008 года. Друзья, по поводу того, что нельзя коптить на морозе на улице. Смотрите, какая влажность. Видите, да? И вот вся эта влажность оказывается в коптильне. Я в виде конденсата. Все на продукте осаживается, и продукт получается кислый, с кислинкой, с горчинкой. Неважно, как называется коптильня. Неважно. Неважно, как коптильня называется. Коптить на улице нельзя. Хоть из досок, хоть и не из досок, хоть с утеплением, хоть как. На улице коптить нельзя. Вы видите ли эту влажность? 80%. Так что имейте в виду. Ну, если, конечно, хочется качественный продукт закоптить. А так можно, конечно. До свидания.